Какой образ будущего вы увидели в послании президента белорусскому народу и парламенту? Тема государства, сильного, устойчивого государства, она доминирует на сегодняшний день. Сила государства и устойчивость является основным преимуществом для того, чтобы преодолеть ту турбулентность, которая будет. Нам в действительности надо очень быстро перестраиваться, времени нету, и перестраиваться в экономике, в политике, в информационной сфере и тем самым защищать свой суверенитет. Если посмотреть текущую избирательную кампанию, то мы видим действительно мощную такую борьбу политтехнологий, особенно в информационной сфере. Не нужно нас провоцировать, делить, противопоставлять по идеологическим, по политическим, по мировоззренческим мотивам. Нам надо понимать, мы одна семья. Это проект BC и белорусского телеграфного агентства «Экспертная среда». Мы обсуждали послание президента белорусскому народу и парламенту.